Всем привет! Хочу снять беглый такой обзор на новую RS-модель, которая мне тут пришла с Китая. У меня Лянча Дельта. У нас здесь масштаб 1.14, полнопривод и есть свет кое-какой. БК-моторчик. Здесь вот сбоку модель вторая. Также здесь без корки, как она выглядит. И здесь вот у меня модель 14302, есть у 14301. Ну, по-моему, в этом году вышло еще 14303. Так, ну, здесь больше как-то с торца, здесь вот так вот выглядит коробка. Коробку убираем, я уже распаковал. Сначала посмотрим, что у нас идет в комплекте. То есть сама тачка вот такая вот. Дальше у нас в комплекте идет 4 таких ролейных колеса. Такие жесткие. Такие вот 4 пластмассовых колеса для дрифта. То есть это чисто пластик, без резины, без ничего. Небольшой такой комплект. Тут уже все открыто. Отверточка крестовая для ремонта. Баллонник. Тут тоже подгаечки. Так, еще аккумулятор двухбаночный. 2000 мАч на 15C. Такой вот интересный разъем. Сделано качественно. Так, зарядка. Так, конечно, ГМ показываю. У нас 5 вольт, 2 ампера. А на выходе 7,4 на 1,5 ампера. Так, и аппаратура управления. Вот такая, с мягким колесиком. Здесь у нас... Можно включать 70%, 100% расходы. Кнопка светом управления. Триммеры руля газа. В принципе, больше ничего нет. Две батарейки АА. Так, ну дополнительно продавец сложил такой вот аккумулятор. Три банки на 11 вольт, 2500 мАч. По-моему, 25C. Сейчас уже не помню. Но здесь такой попроще. Так, и для этого аккумулятора уже другой идет такая зарядка. На выходе 11 вольт, 500 мАч. Четырехконтактный. На родной у нас получается 3. Так, убираем все. Так, что не понравилось у этого продавца? Коробка какая-то намятая. Все как будто уже бэушная. Также не было наклеек вот сюда. Здесь фары должны быть наклеены еще. Также сюда нет наклеек. И сюда. Ну, в принципе, и так вроде нормально. Да,
еще у нас, сейчас открою, покажу. В комплекте есть такой вот пылезащитный чехол. Также были здесь вот, ни одной клипсы не было, тоже продавец так вот отправлял. И дополнительно идет вентилятор охлаждения. Так, теперь посмотрим на шасику получше. Сама шасси у нас размещается в такой вот пластине железной. Толщина такая, ну, наверное, 2 мм. Так, у нас здесь стоит комплектация БК-мотор с охлаждением, с радиатором охлаждения, вентилятором, гироскоп. Дальше у нас идет приемник. Здесь регулятор оборотов, тоже с радиатором и охлаждением. Кстати, этот вентилятор изначально идет отдельно с 2 винтиками. То есть его надо устанавливать самому. Здесь у нас серво. Я не помню, тут у нас что-то обозначение какое-то есть. Сколько на килограмм? Не вижу нигде. Информации нигде не видел. Также у нас идут масло заполненные железные полностью амортизаторы. Я там парочку раскручивал. Масло там есть. Даже, по-моему, нет. Я все раскручивал. Везде проверял масло. Ну, это не монстр, поэтому ему особо амортизатор не нужен. Это больше как дрифт-машинка. Также у нас идет рулевые тяги. Пластмассовые. Можно сделать ход-развал. Я немножко открутил, потому что был вообще был угол большой. Так, кардан у нас железный. Вот он какой-то там шестигранником крутится. Все валы на колеса тоже железные привода. То есть там вся шась, вся ходовка из металла выполнена. Шестерень, дифференциалы. Здесь такой вот демпфер мягкий, с поролоновый. Сзади вот такой диффузор. Ну, что тут еще? Такое вот корыто для аккумулятора. Вот это стандартный аккумулятор. Вот тут еще на палец место. Можно аккумулятор побольше ставить. Как в длину, так и в высоту. Так, а что у нас там за движок стоит? Непонятно. Так, сейчас мы отключим корку, посмотрим, как свет работает. И как он вообще, как все тут крутится, вращается. Так, чтобы никуда не уехало. Берем аппаратуру, включаем на 70%. Включаем тачку. Охлаждение заработало. Вот один полный газ. Так, включаем на 100% расходы. Полный газ. Какой кошмар. Так, сейчас подключим корку с диодами. Тут третий канал как раз для света. Выключаем. Берем корку.
Вот так вот на корке все выглядит. Сделано. Включаем. Надо. Сразу у нас включился первый режим. То есть первый режим. У нас горят фары. И при повороте колеса поворотники, куда поворачиваем. Так, сзади у нас. Горят габариты, и при повороте колес поворотнички. Так, и должны стоп-сигнал еще гореть. Стоп-сигнал. Нажимаем еще раз назад, будет зажать. Так. Так, посмотрим второй режим. Второй режим у нас будет моргать. Поворотники. Габариты. Спереди у нас моргает поворотники. Габариты так. И третий режим. Выключаем полностью весь свет. Ни сзади не горит, ни спереди. Все, осталось выехать на улицу и погонять. Но это же будет, когда снега поменьше будет. То у нас опять снег выпал. Свежий, белый. Включаем. Все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.